Так, всем привет, друзья. Сегодня будем ловить ершей вот таких вот, наживков. Короче, сидим в палаточке. Вот. Сейчас, короче, наживим. Поймал уже. Сколько? 3 ершика, можно сказать. 2 рабочих. Вот. Поснимаем процесс. Побольше. Поснимаем процесса. Сейчас вот оденем мотыля. Оденем. Рыбачу вот на вот такую вот бресеночку. Еще советская. Латунь. Вот. Со свинцом. Так, забабахиваем. Глубина примерно 1,20 м. Вот, ставим вот так. Сидим, ждем поклевку. Так, поставили. Вот здесь сейчас у нас тоже съели. А здесь, короче, получается типа. Ну, такая какая-то фигня. Не знаю, как она называется. Вот здесь уже клюет. Вот он. В лед уперся. В лед уперся. Вот, есть ерш. Друзья. Попался у нас красавчик. Опускаем в лунку. Короче, ловим ерша на подледнике, друзья. Сейчас вот думаю, что снимаем нормально. Вот видите, уже опять клюет. Вот. Вот опять в лунку уперся. Но этот мелковатый, но все равно возьмем, друзья, его. Так как в конце мы можем их откинуть. Может, клевать не будет нормально. А хоть на них можно будет на мелких еще тоже порыбачить на подледник. Так что мы их в конце выкинем, если у нас будет крупных достаточно. Вот видите, опять уже начинает дергать. Дергает, друзья, но мотыля мне второго не дают одеть. Аж удочка скатывается, и вот он сидит и опять в лунку упирается, зараза. Там сеть, друзья, стоит, прикиньте. Сеть. Вот собака, я за сеть зацепил. Прикиньте, я сейчас ее оторву нафиг. Друзья, как бы мне ее подцепить-то, а, чтоб мормышку не потерять. Что делать? Сейчас, короче, сделаю, друзья, я так. Обалдеть. Чё за урод поставил сеть? Сейчас мы ее вырвем. Сейчас я сниму куртку. И вырву. Если с меня это... Не ошибаюсь я, мне кажется, это сеть стоит. Чтобы я тут не было. Я так все мормышки оставлю здесь. Вот уроды-то, а какие. Точно сеть мороженая. А, она в мороженое, друзья. Да. В мороженая сеть. Вот уроды-то, блин. Чмошники вонючие. Обалдеть, ерш ушел мой. И, по-моему, я оторвал мормышку свою. Видите, сеть в мороженое. Во. Смотрите, в мороженая сеть, сука. Литературное слово, блин. Вот уроды-то, блядь. Козлы, блин. Больше нету тут. Надеюсь, мне будет вести сейчас. А-а-а. На улице 25 минус. А я руки морожу вот так, друзья. Вот скоты-то, а. Чтоб они, блин. Собаки, а. Нерезанные. Сейчас вот здесь опустим. Вот опустили. Вот так сейчас поднимем. Ерша профукали, короче, друзья. Вот так подняли. Все. Сейчас по-быстрому курточку оденем. Чтобы нам не задубеть. Чуть-чуть. О, уже клюет там, прикиньте. Даже рукав один не успел одеть. Уже есть ерш. Смотрите. Видите, красавчик прям попался. Грамотно место. Заводюшка. Вот заводь. Классно. Сейчас моржуку сюда тоже забабахаем. Так. Бахнули руку. Там у нас уже 4. 4. Рабочих ерша, которые для налима будут
очень даже вкусными. Сейчас посмотрим, снимем.